У нас морозы, -22. А в воздухе еще, наверное, больше. Поэтому утеплилось. А хорошо на улице. Мороз и солнце, день чудесный. Пришла на канатку, стою, читаю. Длина канатной дороги 3661 метр. 10 опор. Максимальная скорость движения 5 метров в секунду. Перепад высот 62 метра. Количество кабинок 28. Пропускная способность 500 человек. Время в пути 12,5 минут. Максимальная скорость ветра, при которой возможна работа дороги, 15 метров в секунду. Вот такая информация. Приближаемся к самой высокой точке. 63 метра.